автодороги, мегапроекты. Это промежуточная станция, где вы можете перейти на другой поезд, а также посмотреть на строящийся тоннель Пойдем посмотрим его на следующей серии. Ну давай подальше покатаемся. Ну сядьте за кресло. Да, это две станции приезжают, все остальные по одной. Это как стагнет грузала, наверное. Ну хоть он на самом деле 200 метров, это они как-то так изображают. Два вагона, и Волга, и Москва. И Волга более сложная. А БКЛ хороший зал. Это где можно все станции. Это хорошо, что можно везде до него. Мы сразу попадем в большой красивый зал. Как она сказала, все по кругу, по овалу. Ну, в какую сторону? Сюда? Туда, туда, сюда видно. Фотоаппарат все перегорит. А вот это я не видел. Нравится, это рядом забрал. Мост. Не знаем по вагончику, не бегаем, не хулиганим, не дебоширим. Прямо сейчас мы с вами отправимся в полет наушника и можете смотреть в окошко, смотрите в дверцы, очень красиво. Будьте осторожны, поезд отправляется. Как вы уже могли понять название, Москва, 2020 была запущена в эксплуатацию в 2020 году. Практически полностью собраны детали отечественного производства. Уже сейчас вы можете встретить ее на кольцевой, большой кольцевой и калужско-рижской линиях. Из приятных нововведений, выездные порты практически после каждого сидения, приятная подсветка, амортизаторы, запах, который вы ощущаете прямо сейчас, и шумоизоляция, которая позволяет пассажирам общаться между собой, не повышая голос. Станция Московское центральное кольцо. Вот мы с вами прибыли на следующую станцию. Выход из дверей с правой стороны прямо напротив меня. Далее поезд проследует в обратном направлении.